В этом небольшом стареньком гараже целый мир сказочных персонажей. Его уже давно заселили драконы, змеи и птицы. Все они родились благодаря фантазии Артема Эксузяна. Корнепластикой, то есть созданием скульптур из корней, коры и веток деревьев, народный умелец занимается больше половины своей жизни. Как говорит Артем Иванович, у всех этих скульптур два автора – он и сама природа. Это будет птица какая-то, да, наверное? Это голова, как бы это, ну, в будущем еще туловище будет сделано. Все делает природа, мне остается только оживить, говорит мастер. Материалом служат коряги, которые выносит море на берег во время шторма. Пропитанные соленой водой скульптуры более долговечны, считает народный умелец. В его коллекции таких уже больше тысячи. Эту новую композицию Артем Эксузян посвятил Дню города и назвал «Веселимся и радуемся все». Все народности, они как бы... дружбы, согласие. У них улыбки все за наш любимый город Сочи. Здесь разные персонажи, которые можно увидеть на курорте, говорит скульптор, люди разных национальностей и профессий. Так он попытался передать атмосферу вечного праздника, в котором живет город-курорт. А это его реакция на вредителей, которые за последнее время нанесли значительный урон уникальной сочинской флоре. К гибели растений он относится с особой болью, ведь каждая из его работ – это часть природы. Нужно ее сохранить. Поэтому я такую вот скульптурку сделал, что разные гусеницы и разные бабочки, они все это поедают. Скульптуры умелец хранит в гараже, в коробках, мечтая о своей площадке и постоянно действующей выставке. Достойное место, безусловно, на ней займет и вот этот персонаж. Это автопортрет корнепласта Артема Эксузяна.